Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть Europa Universalis за Османскую империю. Ну что ж, будем начинать войну против Конго. Я тут уже начал войну против Наваху, тут, я думаю, наши сами разберутся, даже не буду вот этих наших войск отправлять, потому что тут большие риски, нет, уже упали, уже небольшие. Но риски все равно есть восстаний. Они тут, я думаю, будут перекрещивать, надеюсь... Будут, да, перекрещивают. Вот, так что я тут оставлю все-таки эти войска, но они тут сами разберутся. Тут этот так и продолжает тупить. Не может посадить свои войска на корабли и вывести на свою территорию. Хотя, могли бы сделать так, что если остается армия на... Хотя она была, скорее всего, на французской территории. Угу. Ну ладно. Это такое. Вот, тут напал... Восстали фанатики индуистские. Тут идет у нас оккупация. Тут враг, наверное, что сюда пошел. Не знаю, куда он там идет. И кстати. Мне вот тут было бы хорошо. Провинции, которые я поперекрещивал, загнать под торговые компании. Тут еще до сих пор не перекрещено. А вот эти можно. Было это восстание дурацкое, с которым я ничего не сделать не смог. Тут, наверное, уже все добавлено. Сейчас пройдусь. Это нужно было сделать между сериями. Но я забыл это сделать. Так, тут уже все. Еще немножко. Хоп. Ну и вроде бы уже точно все. В Китае тут, там где были наши старые территории, там же все под... торговыми компаниями, но и пока что не перекрещены. Хорошо. Да, тут идет осада, тут оно там себе идет потихонечку, потихонечку. Ну и нападаем на Конго. Я тут видел, где-то британцы высадились, они победили конголезскую армию. Ну ничего. Мы тоже будем потихонечку продвигаться, потихонечку, потихонечку. Первым делом пойдем на вражескую столицу. Этих ребят мы вывезем отсюда. Я тут нанял. Вот тут идет набор дополнительных войск для них. Так, мы их сюда выкинем. Эти транспортики нам нужны. Здесь потом будут. Так, а эту армию куда-то сюда пока что направим. Что там опять? Христиане тут разберутся сами. Так, очередное сражение. Тут уже было одно сражение, мы в нем победили. В этом вижу, тоже побеждаем. Хорошо, хорошо. Ну, неплохо, неплохо. Много пехоты мы им убили, но потеряли много артиллерии. Это хреново. Но не страшно. Так, пошлины на кофе не надо. Пошлин. Кстати, у меня тут бедствие. Янычар надвигается. Потому что у меня у правителя нету ни одной из способностей на пятерку. У меня, как видите, 4-4-1. Вот, а нужна способность на пятерку, так что не знаю. Видимо, когда появится у него этот. Либо консорт, либо наследник, нужно будет его умертвить. Давайте возьмем эти прибрежные провинции, чтобы британцам много не досталось. Так, взяли столицу вражескую. И тут тоже на радостях взяли эту провинцию. Хорошо, пойдем дальше. К нашей цели.
Так, скорость все-таки нужно ставить на третью, на четвертую. Это как-то слишком быстро. С французами типа можно воевать, но... Можно, но нельзя. Тридцатка. Ну, нужно ждать еще. Еще нужно ждать. Так, кто-то мы их где-то тут соединим. Ну, эта армия где-то тут будет так и стоять. В Европе будет дожидаться следующей возможности повоевать. Бриташка ходит тут. Желательно, конечно, отрезать здесь как-то и сюда получить выход. Так, ну тут пока рановато, еще сотка есть в запасе. Так, сюда я, конечно же, не могу. Тут оно чему принадлежит, тут Луизиана тоже. Можно и сюда, типа мы отрежем француза, да, определенно сюда нужно отправлять. Еще не прибыл, ого, так долго идет с предыдущей серии. Это звучит тупо, конечно. Ну так оно и есть. Так, ну и поскольку тут у нас армия ничем не занята, пусть идет сюда. Так, эти пусть оккупируют. Я где-то сюда отправлял флот. Он тоже с предыдущей серии еще плывет, а вот он. Тут еще достраивал корабли транспортные. Так, что там? Смерть были для султан? Хорошо, побудем в трауре. Ну, наверное, не знаю, мать нашего правителя. Так, а тут где-то... Ага, тут еще строятся. Так. Ты смотри, бритаха. Какаха. Может, они уже согласны будут подписать мир. Но я пока не могу, у меня там сотка сверхрасширения. 33. Нормально, я думаю, топаса я возьму много. Но тут, конечно, не получится отрезать, к сожалению. Тут как-то сюда, разве что вот так. Но тоже много получается. Ай, ладно, потом британца отберу. Так, давай все деньги, пока британец у тебя не забрал. Заплати репарации мне. И убери вот эту гарантию. Возвращать право не надо. Можно каких-то там понавиделять. Может, но тут никого, к сожалению, нету. Просто вот так. О, кстати, так можно. А себе взять здесь. И все. Бритаха тут себе ничего не возьмет. Только здесь может взять. Ну, хрен его знает. Много-много получается. Я хочу все-таки. Ладно, пусть себе берет. Сделаем вот так. И хватит. Ни единой битвы. Нормальный такой результат. Так, а где мой флот? Ага, я его отправил туда. А тут ремонтируется. Я тут обновлял старые галеоны до линкоров. И тут тоже они вот есть. Ну и переводим мы эти армии сюда, в Европу.
уже потихонечку будем готовиться к войне против Франции. Но между этим нужно будет повоевать. Я думаю, что против Швеции. Ай, блин, я ж не должен был брать. Я ж должен был немножко подождать. Тут чуть-чуть осталось. Месяцок начинается. Кале. Так, престиж. Нафиг не ваш престиж. Кале. Ёкале мене. Где ты? Где ты, Кале? Что такое знакомое? А, здесь. Ясно. Ясно, понятно. И где еще? Тут? Не. Тут? Не. А где? Это еще было. Обычно рядом такое бывает, а тут что за восстание? Горожане, они там недовольны немножко. Тут не мое. Может здесь? Может. Да, вон, постаческое настроение плюс 15. Так, это кто такие? Терхут. Так. Автономию АПМ. Сейчас оно все уляжется более-менее. Потому что там в Китае все закурится. Так, здесь не надо. Хорошо. Опа. Вот это я завтыкал. Вот это я, конечно, завтыкал. Я тут не успеваю восстановиться, бляха-муха. Он на своей территории, а я пока восстанавливаю свои армии. Проходит много времени. И что, я отсюда не смогу, да. Нужно стоять. 22 тысячи. Ладно, мы сделаем вот так. Берем пехоту, берем половину кавалерии. Так, забираем. Еще вот эту пехоту. Сколько? 22 еще можно забрать. Так. Пусть они останавливаются. Блин, вот это хреново. Вообще военной традиции ниже 70. Это очень хреново. Тут нужно улучшить. Тут тоже можно попробовать. Бляха, такие отправители у них бывают, вижу, классные. Тут вроде бы нормально. Так, ладно. Крепость пусть будет. Что у них Да, у них закончилась война, и британцы ничего не взяли? Серьезно? Смешно. Смешно. Так, ну эти армии подтягиваю к Кастилии.
Правда, у меня на шведов ничего нету, никакой армии. У шведов армия серьезная. Стоять, стоять, стоять. А, стоп. Что такое? Не понял. Чё-то не взял. Войска. Блин, бабло падает и падает. Ну, там многое нужно. Да, ого. Ого, спасибо. Неплохо. Блин, где мой флот? Сколько у него там? Кораблей 9 линкоров. У меня 10 здесь. Сюда я не зайду. Рано. Так, ну что, этих можно уже замириваться с ними. Вот так вроде бы идет Мексика. Угу. Больше не хочу. Тут уже дальше пошла Калифорния. Так. Еще не прибыл. Господи, да сколько ты там будешь ехать? Там, наверное, считалось 600 дней. Возможно, из-за этого он так долго ищет путь в эту провинцию. Так, бляха-муха, да сколько вас тут есть, как говна. Ладно, я стану сюда. Пасай, где там рекрутов? Тут еще и джунгли. Стоять. Угу. Так, сюда давай. Тут разбираются со своими проблемами. Ого, он даже не отступил. И у него даже нету командира. Чё, себя впервые вижу, чтобы у Ишки не было командира морского. О, хрена вас там. Уже и командир подоспел, но это... Это пасайский флот весь? Да сколько вас тут? 20 линкоров, да нет, и что? Валю отсюда лучше. Немного убил, но ну его нафиг. Так, сколько у меня традиций? 61. Падает много. Много падает. А набить их не особо-то где есть. То, что воюем против всяких слабых стран. Гадюки. Французские гадюки. Сколько стоит... 200 монет. Так, это у нас сюда пойдет.
Эти армии тут будут где-то дежурить. Это будет тоже возле них стоять. Убивает у нас правы. Блин, когда уже... О, уже есть, наконец-то. Мощь артиллерии добавляется. Ну и типа войск, но правда враг рядом, но я думаю, можно попробовать рискнуть. В конце месяца, конечно же. Это мало. Пусть будет пока так. Так, этот на нас идет. Может и не на нас, но возможно и на нас. А у меня тут есть армия, у меня тут есть. Так, и тут у меня тоже еще одна есть. Будет тут стоять, отбивать. Блин, я боюсь. Боюсь подним... ну, менять тип войск. Тут просто упадет боевой дух сильно. Рекрутов всех потратил тут на эту войну. И сейчас трачу много, очень много. Давай, может, успеем. У него генерала там нету. Успели. Все, теперь можно... Во-первых, разделиться. Во-вторых, улучшить себя тут. Тип войск. И вообще уйти отсюда. Так, хорошо. Прикол в том, что я не перейду здесь никуда. Так, это что такое? Угу. Мне тут... Ого, ого. Тирхутские, джалдарийские, какие-то малванские еще. Джинпур, что с тобой? М? Так, ну тут, по идее, уже можно взять. Июль. Хорошо, беру. Так, Бруней, ты бы не хотел? Не, не хочет. А этот на что согласен? Малаку согласен, а тут... О, он согласен, слушайте. А вот так... Так просто рискованно, потому что, возможно, восстание, и я тут не знаю, смогу ли их что-то с ними сделать. Так, 46, и у меня есть... 38, значит, можно брать... Ну, чуть-чуть не хватает.
Еще давайте вот здесь все оккупируем. Но перейти я... Тут нужно флот весь тянуть отсюда. Слишком долго. Так, 68 будет 34, хорошо. И тут нужно вот так и вот так сделать. Рекрутов вообще нету. Вы, может, не воевать все-таки против Кастилии. Ну давай вот этого возьмем, число рекрутов все-таки. Нужно, нужно. Так, было 2500, стало 2700. Нормально. Все, он согласен. Даже тут согласен, да? Тут. О. 63. Стоп, 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 стоп. Сколько? 63,0. Плюс. 37,8. Не влазит. Не влазит. А может, ну его нафиг этот пасай. Потом возьму. Он там очень, очень хорошо развит. Очень. 66. Ну, так, типа, сделать. Чтобы был просто-напросто проход. Да. Пасай потом возьмем. Может, сюда лучше? Не, проход лучше. Пятьсот. А сколько вообще есть? 900. Берем 500. И все, больше ничего не согласен. Ладно, завершаем войну. Девяносто шесть. Нормально. Вот так. Что у нас там? Мало. А, тут еще крепость была. Ого. Ну, эту я точно уберу, наверное. И эту тоже можно. Не, ладно, пусть будет. Так, минус 24. Ух. Ух-ух-ух. С армиями, не знаю даже, что с ними делать, но их нужно вывозить, одну оставить, остальные вывозить. 34 агрессивки. На мин 65. Нормально. Нормально, 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 нормально. Можно подключать, по идее, крепости. Где-то вот тут. Пока что они тут не нужны. Совершенно. Ну тут пусть будет. Тут тоже пусть будет. Тут тоже пусть будут. Хоть немножко прибыли. Так. Ладно, пусть пополняются. Сколько им там нужно? 4000. Нормально. Пекин.
Мой Бегин, это плохо. Это очень плохо. Потому что мне тут нету флота никакого. Я не знаю, как тут, если что, что там буду делать. Вдруг чё начнется. Наверное, вот эту оставлю. А вот эти позабираю. Их можно уже пешком отправить куда-то сюда. Они тут дойдут рано или поздно. Так, а ты типа вот сюда иди, и ты тут так встретишься. О! Всех заберу, всех. Тут всех забрал. Кто там? Минские. Ого-го-го-го-го. Ого-го-го-го. А сколько, сколько у вас? Ага, 24К. Это вроде бы здесь они будут, не? Да, здесь. Риски. Блин, тут очень-очень большие риски восстаний. Надо немножко сбавить темп. Сколько? 61 военные традиции. Мало. Тут восьмерки. Три восьмерки. Надо нападать, я, наверное, думаю, будем через шведов. А у них еще и Померания. О, господи. Ба-ба-ба-ба-ба. А тут Португалия. Ну, уж лучше, наверное, пусть будет Португалия. Тут будет тут на подстраховке. Шведы, конечно, возьмут очень много. В новом свете у меня тут есть армии. Я думаю, они сами справятся. Если вдруг что. Тут против кастильцев. Но мне главная цель вот здесь взять Прогу. Ну и, возможно, Кордобу тут только заберу. Ну и здесь этих две. Больше мне тут не надо. Чтобы на Францию не пошло агрессивка. Кубанские. Ах, 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 ах. Сюда, возможно, понадобятся войска. Ух. Джинпур тут разваливается, вижу на глазах. Непонятно, что тут будет. Он вроде бы сражается, но... Сможет ли он что-то сделать или не сможет? Хрен его знает. Бабла нету. 17 минут подкрепления. Коррупция большая. Крепости жрут просто невероятное количество бабла. Шестерка, четверка. Но они тут нужны. Так, привез, да? Ой, она далеко не зашла. Сколько шведов войск?
47, 50 тысяч примерно. Но у меня 60, вот этих две армии, они туда дойдут, и их будет 60. Ну нормально, нормально. Бляха, ну рекрутов нету. Рекруты нужны и будут сейчас вон против Франции воевать. Через сколько? Тут еще 30-ка где-то лет 5-7. Где же вас набрать рекруты, а? Тут можно взять. 30 тысяч всего-то. Мало. Так, и здесь 6-6. Ну вот эту заберу. Главное, чтобы в Африке никто не восстал. Ой, сиськи. Так, Кри. Ну, это не страшно. Ну ладно, будем начинать уже войну. Все-таки будем против Кастилии. Не так уже много времени осталось до конца игры. 106 лет осталось. А Португалия кто в союзе? Только Кастилия. О, они еще и воюют там. Хорошо. Значит, можно поставить галочку. Подтвердить. Вот так, вот так. Поддержку. Ах ты, тварь. Ушел. Отсюда не уйдешь. А, кстати, флот. Флот. Что с тобой делать-то? Логически было бы его тут поставить, чтобы швед сюда не заходил. Но тут шестерок много. Пока он там будет их брать, это пройдет очень-очень много времени. Ого, неплохо, неплохо такое сражение. Колония. Так, теперь мы подбираемся вплотную к вот этим. Это замечательно. Португалец, привет, ты что тут делаешь? Он походу там воюет против этих вот. Так, где флот? Ага, флот уже прибыл. Так. Погрузились и поплыли. Франция, Британия докушает. Минус 17, а? Больно? Ммм, 25 арты нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут 25 арты. Я куда-то сюда закину стоять. Тридцать 4% уже.
Смотрю, где есть еще плохие отношения. Вроде бы везде уже нормальные. Богемия. А тут что? Тут нормально. Тут нормально. Тут нормально. Богемия просто в лучшем отношении. Тут вообще ничего нету. Так. Собираем всех подряд. Ну и что наши? Одна армия я уже вижу есть, это тоже идет к нам. Это застряло. И никак ее не, ну, нормально не сделаешь, чтобы они что-то могли сделать здесь. Так, вот сюда выставлю. Хотя, конечно, рискованно, но выставлю. Так, тут вроде бы пока что все спокойно. Ай-я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 й. Куба, 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 Куба. Это вот тут. Куба-луба. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, где сюда? Хотя может эту армию отправить сюда, в Африку. А ладно, хрен с ними. Короче, поплыли в Китай. По-любому где-то тут будет восстание. По-любому. Так, Швед здесь берет. Вот мне что, четверка, наверное. Мне шестерка. У меня главное Кастилия, а там такое. Ну, рекруты пока что идут вверх. Пока что. Я вроде бы кинул гарантию на... Да, я кинул гарантию на Прованс. Это хорошо, чтобы Франция ее не съела. Так, биться все ближе и ближе. Традиции падают. Двадцать пять. А есть сколько? 25 такие есть. Может, Кастилия додумается сюда стать, но вот эту прову оккупировать. Кстати, мне вот тут... А, тут двойка вообще уберу. Тут крепость есть, так что ж, если что, то она сможет даже продержаться немножко. Китайцы эти бы восстали, что я уже знал точно. Так, а может у меня есть на уменьшение беспорядков, имею в виду. Можно нанять теолога. Давай попробуем. Но правда тут от налогов я буду получать еще меньше денег. Но у нас беспорядки упадут. И можно поднять еще стабу.
Как раз нормальная цена. Так. Вот и не один. Где это Куба? Два и один. Да, бля. Ладно, я тут с ними пока что ничего не сделаю. С этим пока что нужно будет подождать. Возьмешь? Давай, ты должен. Нет, ты не должен. Хорошо. Это убираем, это все убираем. Пушки пусть стоят. Пусть отойдет. Так. Ну, продолжаем в Китае. В Африке все равно восстание произошло. Взяли... Ого! Там было меньше, там было где-то 17 или сколько там было. И они сразу справились со своим заданием. Неплохо, неплохо. Так, нам надо пойти и разбить кастильцев. Это нам точно надо пойти сделать. Так, его хапнули у нас. Еще нельзя. 20-й год еще. Ох, долго, короче, ждать. Тут две армии такие неплохие. Ну, пока что они идут вот так. Нет, ты сюда. Ты сюда. И ты взял. Ну, молодец, молодец. Так, давай беги. Может, на Лиссабон? Давай на Лиссабон. 900 монет, ты что? 10 влияния. Ну ладно, бери. Так, эта тварь сбежала. Но далеко не бежит. Тут дайте мне наемника одного. Пусть он тут отбивает все. Так, сколько там было? Вроде бы 6 пехоты. Точнее, артиллерии. 6. Хитер бобер. И хитрее. Хоп, жух, и тебя нет. Так, все, кастильскую армию уничтожили. Хорошо, 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 хорошо. Дальше, 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 дальше. Ты иди сюда на осаду, а ты пока что где-то тут потуси. Португальцев тут нету армии, конечно же. Так, что наши делают? Берут крепость. Ну, молодцы, молодцы. Так, хорошо бы было закончить эту серию уже. Так и сделаем. Так что я вас благодарю за внимание. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч в эфире.